Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на 10 человек, в которой я играю за Бразилию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, спонсоры канала видят все серии сразу. На этом вступительное слово закончено, приятного вам продолжения просмотра. Мали, что там про то, что ты там купишь армию за веру, вот это вот все, где это все? Ну, я покупаю в процессе покупки отбитие все. Молитва отлетает. Ну да, я тут не скажу, потому что России нет, не знаю, там апы, танки. Апы, танки, стать. Просто Грек пришел, самоубился от меня, и все. Голландец, где последнее чудо? Какое? У тебя риф и какое еще у тебя? Внизу у меня. Японец сделал. Ну, большой барьерный риф у Гаги. А потом еще да. Один. Я самите типа по центру моей территории. Ага, спасибо большое. Справа от Орнем, слева от Амстердама, сверху от Харлема, Тильбурга. Спасибо большое. Скандал. Так, давайте еще прокачаем его. Хищение технологии возьмем. А у этого что? У этого ничего. Алексей, давайте раз уж ты не хочешь нами попадать, давай дружить начнем тогда. Японец, давай. Японец, я согласен. Сделку, а поделись ресурсами. Только если я не успею, не серчай. Спасибо. Да блин. Как сюда пройти-то? Первый посол в Лиссабон. Я понял, почему они плотины ставили Кардиф. Там же. Почему? А сделали меньше это производства на них. Я раньше, когда в обычной игре доходил, надо было там ходов, ну, 6, если хорошего производства город, плохой, так 20. А здесь за 1-2 хода строится плотина. Скажите, а кто-то вместе со мной принял кризис против Грека? Чё-то у меня карта открылась, только сейчас увидел. Военный союз. Не, у меня нету военного союза. А, русские Нубия. Русские Нубия приняли, понял. Эх, последнюю греческую высадку окружили. Мехико Сити. Грек, у тебя 3 города осталось или сколько? 1 наверху и 3. 4 у тебя. Покупаем поселенца-то. Живым не сдамся. Я тут, наверное, куплю какой-нибудь быстрый юнит, кавалерию. 5 ходов. Кавалерию.
Алексей, прими дружбу. Поломали. Так, давайте... Я просто куда, думаю, в баллоне? Союз заключить, если ты не заключил. А, нет, я не смогу, блин. Ну, какой-то союзик со временем я смогу заключить. И караваны к тебе можно хорошо бросать. А тебе ко мне. Сейчас у тебя закончится, думаю, скоро с кем-то. Алексей? Да. Можешь сказать, есть ли у меня алюминий? Ща, ну, был один ли он? Момент. Влад, поделись денежкой, а? Военный лагерь, аэродром. Следующий ход, хорошо. Фабрик, давайте пригород. Но я не вижу у тебя нефти, кстати. Ой, не нефти, а алюминия, Грек. Может быть, конечно, под чем-то, под какими-то городами, но так я не вижу. Под городами, если только под тем, который Лёша недавно захватил. Ну да. Ты только открыл её, да? Нет, под теми, что я захватил, там нету. Но я тебя сейчас я не вижу ни нефть, ни алюминий. Нету, соседи нету. Соседи немцы, южные соседи немцы. Как чё? Себя прекрасно ты был у меня. Южных соседей немцы. Я до того, как он тебе объявил войну, со мной дружбу заключил, не могу ничего сделать. Ну, он же не глупый, он все продумал. Ну, это очевидно. Скажите спасибо Греку. Я бы мог помочь. Мали. Ну, я бы немцу ничего не сделал, потому что у нас проход в одну клетку, а он там да, этот военный лагерь поставил. Ну чё, как насчет самолетов? Господи, ну чё вы такие беспомощные, ну? Так, тебе деньги все еще нужны, да? Нет, нет, не одобряй. Деньги тебе нужны или нет, еще раз? Не одобряй, не одобряй. Ладно. Нет, нет. Влад, ты просто очень похож. Почему это? Да просто. А, я понял. Ты уже строил? Слушай, ну извини, я вообще большие чудеса в этой игре не строил. Тут появилась возможность, думаю, что бы не построить. Блин, три корпуса. Где бы мне тут еще сформировать? Лучник. И лучник. Голландия, предложение. Давайте. Сколько тут апнуть мушкетера? 205 и купить мушкетера. Где он? Где он? Где он? 480. Нормально. Сейчас мы откроем мобилизацию. О, у меня Каринф прям на уране стоит. Зато, Грек, если тебя это немножко порадует, у тебя есть уран. Ну, хоть это хорошо. Хотя я бы не успел бы дойти. У меня максимум было 160 науки. В Каир.
Афины. В Эфес. Короче, немец подписал со всеми дружбу. Просто шикарно. Стратегия, мать. Ну, а как ты это проспал, Мали? Мали, это тебе надо было следить, понимаешь? У меня закончился с ним союз. Я увидел это вот в предыдущий ход, получается, что я ему кидаю дружбу, он ее не принимает, и на следующий ход нападает на меня. Все, ну, вообще никак это нельзя было проследить. Это реально вот прям тайм-коды такие. Так как? Тебе надо следить, когда заканчивается у тебя союз. У тебя заканчивается союз, значит, в этот момент ты уязвим, на тебя могут напасть. Или наоборот, ты можешь не, напасть. Не, ну это понятно, это понятно. Как-то странно, Грек, ты Спарту защищаешь, подводя просто юниты под мои удары. Тут греки ценой своих жизней на последние деньги выходят в бой. О, у меня 4 заряда. Слушайте, а 4 заряда у археологов это в этом моде так изменено? Или это у Бразилии так что-то? Это, видимо, у Бразилии у меня было. Блин, прокачайте все пингалы у себя на 100% шедевров. Не, что-то странное. Ну, у археологов же столько зарядов, сколько археологических этих. Почему у меня еще один заряд у археолога? Не знаю, может, что-то перепугал. Куда прокачать пингалу? Ну, на плюс 100. Зачем? А зачем? Это ж... А зачем? Это ж... Ну, чтобы культурное влияние на вас было меньше. Ну, это так сверхбуд. Так это же как ты наоборот, у тебя больше влияния становится туризм. Тут надо культуру прокачивать, а не туризм. Да, правильно, ну немец как бы... На самом деле, уже да, без... у него уже все очень хорошо. На туре прокачивайте быстрее. Лучше будут пингалы. Пингалы не сильно поможет, но да. Если у нас еще вера есть, то мы, я думаю, скоро можем и закончить. Ну, вера есть у молитвы. Ну, кстати, да, вот она и вера для рок-групп. И там довольно много ее. Ну, я не знаю, народ, если честно, у меня и культура какая-то была, и развязывай, и все это. Я прошу. Но я не знаю, что... Да, я не знаю, как отбиваться. И я не знаю, что с ним будет делать. Так, зенитки строй. Чем он нападает? Или ну, в смысле, он уже забрал два города у меня. Включается. Ты зенитки покупать можешь? Ну, я... Кстати, я мне тоже не мешало бы зенитки построить. Просто я проспал. Построить именно. Это было быстрое довольно нападение. Один город сразу упал, и я... Спал, просрал. Ку-ку, вставай, Вася. Да. Мы все просрали. Опять дам, братон. Я, короче... Ну, так как у меня уже... Я точно не вижу крутых аутов, расскажу вам историю. У меня нету нефти, ну, вот, только сейчас недавно появилась. Нету урана и один алюминий. Как раз классно выигрывать игры. Идеальный старт, так сказать.
Я думал, типа, окей, нефти нет, алюминия мало, типа, может там ядерками потом в Лёшу покидаюсь или еще кого-то и заберу города. Но я не смогу. Зенитка бьет, а ДФ-ка зенитка бьет или АМА бьет? Что-то бьет. Да ну... Так, шотландец, а можем свой какой-то союз заключить? Пока нет. У меня скоро с кем-то закончится. Блин. А, греком вообще можно есть. Да. Ну, короче, мы с тобой заключим в какой-то момент, хорошо. Я жду этого момента. Все затоплено. Так, а сильно тут отваливается? Принаси. Блин, ну надо кого-то сюда пересадить. Ой, там локальная война. Инженера построю. Получается, все по соседу забирают, кто может. У кого еще война? Русский и японец. О, кстати, легендарная война. Нет, русский и японец. Так... Русский грек. Грек с японцем. А, грек с японцем, сори. Мне показалось, что это был русский. Ну, не может ничего уже делать. С русским мы дружочки-пирожочки. Это слишком пассивный русский. Почему до сих пор не забрали аббонитория? Кого не забрали? Мы дружочки. Меня. Это мой ресурс. Мой, типа, не так и просто. Мой ресурс сам на меня напал. Не, ну справедливости ради, если бы он так дальше развивался, и тебе нужны были очки или ресурсы, я думаю, ты бы... Ну я бы сейчас хотя бы мог что-то с немцем делать, мешать ему мали забирать. Это правда. Планец, а что ты тут мою территорию забираешь, а? В плане как? Славянская империя производит культурный захват на вашей территории. А как? Не знаю. А как? Вот так. Я вроде не строил ничего нигде. Слушай, ну это не намеренно, я даже не знаю где, если честно. А что за клетка? Вот, вышивает на лагере гора, и правее идет рудник его. А выше что, прости? Вот, военный лагерь, который в мою сторону, выше гора, и правее сразу рудник, эту клетку. Нет, я честно, я не без понятия, как я его забрал. У меня правда 0 единиц. Прости, это не намеренный. Это не намеренно все было. Что здесь ставить-то? А, я хотел, подождите, я же хотел. Я еще жилемет дофига. Ладно, давайте театралку тогда здесь. Культуру надо, чтобы сопротивляться туризму немецкому.
Слушайте, так может кто-нибудь немцу просто войны объявит, чтобы хотя бы он от ГГшек не получал бонусов? Там вот это вот, нет? Он со всеми подписал или дружбу, или союз. Да открой его дипломатию, у него все зеленые броники. Вот и поэтому, вот зачем вы дружбу принимаете? Ну вот, да, тут, вот мне предлагал немец дружбу, я спрашиваю, зачем тебе дружба? То есть это же причина, он по какой-то причине хочет дружбу. Если вы не собираетесь союз делать, то зачем дружбу? Если вы не соседи, то вообще смысл подписывать эту дружбу? Успел. Не, ну просто... Я просто не ожидал, если честно, такого, что вот прям все поподписывают там. И тем более я не ожидал такого от голландца, если честно. Даже если бы не все подписывали, ты бы все равно упал. Нет, да я согласен, это типа не спасло, но просто, ну это вот типичная дипломатия. Я просто не понимаю, как ты мог упасть, если честно. Я не подготовился, он на меня напал, он сразу в первый же ход забрал у меня один город, прям сразу. Я тебе ничего не успел сделать. Оследить за военной мощью, не пробовал? Я поставлю. Ну, не пробовал. Печально, чё. Наконец выполнил квест. О, он еще основал религию, типа это смешно. Голландия, посмотри предложение. Русские предложения. Нет, тут все-таки что-то очень странно сделано. Вот у меня самолеты, типа, сносят стены за один ход, но при этом таран убить не могут. С одного выстрела. Алексей, что ты мне ставку отдашь? Ну-ка, я захвачу грека. Я разве могу тебе Спарту отдать вообще сейчас? Сейчас. У меня даже в списке его ее нету. Грека захватил. Так зачем тебе спарить, там все равно ничего нету. Да. Город и город. Но он у тебя отвалится по лояльности все равно. Не отвалится. Нет, герои. Не отвалится. У него три города, его поддерживают губернатор, если бы нормально. Блин, а чё вы там голландец, русский, вы сидите, немцы уже давно задушили. Ты карту видишь? Да я вижу карту, построй один авианосец, блин, приплыви к нему. Я там проплыв в 10 клеток. Голландец, такая же фигня, блин, можно... Как я приплыву, я с другой стороны. У голландцев как бы вообще ничего нет. Чё ты, к чему ты? Здорово, чё. У него кроме домиков, ну ничего, абсолютно. Сейчас с таким же успехом немец разворачивается и забирает всего голландца. Нет, и опять... есть. Что там есть? Зенитка? Ну я, кстати, зенитку тоже. Тут надо. Или Аминоторы. Я не знаю, тут единственный, кто ему может дать отпор, это Лёша и наверное, Соло. Давайте проголосуем и закончим это все. О! Вы видите, что уже написано, что победа через 24 хода. Он забирает остальные мои города и будет там где-то ходов 20. Это таймер. Этот таймер, можно его не смотреть.
Он забирает мои города с чудесами и с шедеврами, Лёш. Я красавчик. Вы же с ним поровну, и ты так отдался. Ну да, что-то мали... типа я виноват. А кто? Не, ну я виноват, базар ноль, ну как бы... Типа, что ж, спасибо за игру. Спасибо. А чё вы все сдаетесь? Ну типа, то есть вот один человек сломался, и все. Так если бы я был рядом с немцем, я бы его уже захватывать пошел бы. Так, что я ему сделаю? Не, я, конечно, попытаюсь что-то сделать. Да, слушай, ну соло, ну так, ну ладно, тебе еще поверим, так как бы может рассуждать каждый, а то немного. Мне надо было Лешу с самого начала захватывать. Да, можно было вместе, на самом деле. Я тоже об этом думал. Но на раннем этапе у него сегодня шкурт. А у него только 30. Не, ну 100 это не показатель. 250-300, если бы было бы с лошадьми какими-то. Тогда да. Ну лошадки уже строились. Так, а что ты решил не нападать? Эх, ну что-то не получилось. Я тоже часто жалею о том, что не нападаю. В целом я могу тебя понять. Ну что ж, прощайте. Спасибо за игру. Хорошего. Кто там говорил, что плотина быстро строится? У тебя не быстро. Я, у меня быстро построился. Может, у тебя на одну клетку? На в одном уже. Городе на три, но там три хода строил. Может, кстати, ход за клетку они сделали? Это всегда было заработано 3 штуки так. У меня тут 7, привет. И сколько ходов? 10. Так, один ход до расщепления ядра. Может, там вообще производства нету? Я не знаю, 100 производств это мало что ли? Нет, нормально. У меня было меньше. Соло, помоги по-братски. Шотландец, предложение. Ты хочешь именно военный? А у меня он только один к тебе доступен. Ну, есть другие? Не, все правильно, да. Почему я из Микен не могу отправить? Ну, скоро новое голосование. Ты видишь, Лёша, город отпал. А в каком ты веке? Я был в золоте, я сейчас еще раз выйду в золото. Ну, я не знаю, чего он тебя так отпал. Это, кстати... Это свой город. А, это мой отпал? Блин. А как он так от... Это кто-то что-то сделал, слушай. Раб, ты что-то сделал? Давится. Да у меня там ноль было. У меня там... Это я кто-то что-то сделал. Что у тебя там было, прости? У меня ноль там. Я проверял лояльность постоянно. Отправил туда. То оттуда кто-то убрал губернатора. Потом губернатор? Что-то, ну это... Я тебе открою секрет, если ты союзник, то ты видишь шпиона. Что, прям всех шпионов вижу? Шпионов вижу, да. Но шпионов союзник. При любом союзе. Нет, при любом ты не видишь. Это, там, только при военном. Да, только при военном. Ну или ты скрин. Ну я просто твоих городов даже не вижу. А что такая большая мощь у Дамбертона? Блин, у меня там самолеты, по-моему, еще были. Кому он хочет
присоединяться, а то я не могу развивать по значку вот так тебе или ко мне? Ко тебе. Мне, да? Да, да, хватит. Переходите на нормальный сырье. Видишь, они домой хотят, Алексей. А ты их отжал у меня. Они мои были. Эти люди. А по какой-то причине я все равно не могу Спарту предложить. А что за херня? А почему? Может, это столица, или там столица? А нет, Афина столица. Афина столица. Араб, глянь, а ты можешь меня попросить Спарту? Нет. Наверное, захваченные города нельзя. Ну да ладно. Нет, Каринф там есть. Каринф, он есть в списке. Не знаю, какой-то глюк. А, там какое-то количество ходов, по-моему, нельзя. Я тут припоминаю, что это такое. Это типа, в моде такое? Ходов нельзя. Нет, это везде так, если я все правильно помню. А, я понял, почему у меня стало меньше. Так. Стало меньше, потому что город захвачен. Прокачайте Магнуса и лунную экспедицию. Ой, Магнуса этого пингал. Что там дальше растет? Да нет, вроде перестало расти. Ну, у него сейчас 561 наука. А, все, у нас 561? Ну ладно тогда. Тогда ладно. Тебя высоло. Что? Везите кампус, лаба есть. Нет. Значит, его можно догнать теоретически. Ну и Лёша его должен догнать скоро. Пусть они его догоняют, я. Или другое поделаю. Алексей, может тебе теперь этот город не нужен, пусть он ко мне придет. Да нет. Народ, уменьшит 200 науки, и он забирает дальше мои 200 науки. Ты будешь спать с плохими мыслями? Да нет, я типа буду спать. Как я мог? Ай-яй-яй. Да нет. Стоимость производства и приобретения военных юнитов снизим или увеличим? Я бы увеличил. А я бы наоборот снизил. Типа, то есть у Андетки есть юниты, да? Он может на всех нападать, а мы не сможем купить их, да? Я бы снизил за производство. Ты сейчас пойдешь на немцев? Ну, когда союз закончится. Я думаю, что он, скорее всего, начнет меня ядерки кидать, я так вот предполагаю. Да ему наоборот посидеть, все это переварить и ждать победы. Все, нет. Ждать, когда на него нападут? Да. Ты же понимаешь, что когда все выйдут в ядерки, в него все полетит? Ну. Если ты не понимаешь, что Андетка явно это понимает. Да нет, ну это понятно, просто кто может кинуть ядерку? Только ты, только Влад и Лёша, и все на этом. Нет, может кинуть Соло вон. Голландец. Ну не, ну Соло. Нет, да, мы смотрим, у кого уран есть. Из ближайших, я имею в виду. Вот Соло под лодками проплывает вот в этом между... по Большому барьерному рифу Нижний Новгород-Гаага. Я спасибо, сюда... Лёша, ты еще раз сказал бы, где... Ой, ну, слушай, ну, Соло, ну, серьезно. Это очевидно. Да, такой этот секрет Полишинеля. Есть еще много других мест, менее очевидных, согласись. Это просто самый очевидный. Я не знаю, я же говорю, там русскому надо и этому бросать ядерки. Так они не вышли еще, они же явно отстают. Да ничего, они не отстают. А, нет, нормально. Да, они отстают, нормально все. Действительно. Увеличена покупка за золото. Саладин 2 очка победы.
Всемирную выставку не прошла, вы чё вообще? Все, все позапрещали. Мы против. Так, 62, Сан-Паулу 72. Сан-Паулу надо проект Манхэттен. Голландия сделка. А вы мне дадите денег, если что? Я дам. Да. Обраточка полетела. Лёша, сделка. Сейчас, один момент. Перикл побеждён. Во, ну слушайте, у Влада и у японца, у Соло уже закончилось с немцами. У вас там что-нибудь есть? Объявляйте войну, объявляйте, да. Кинуть, так, может, я заходить. У Соло фес сюзерен. Ну как бы у него Болонья, поэтому я просяду. Болонья? Чё, Болонья у Влада, ты чё? А, у Андерки. У него прокачанная мани решает проблемы. Семь ходов. Ну, я подумаю снести Болонью. Сноси. Это вообще доплывает? Нет. Вот так доплывает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А чё он? А, это истребитель, блин. Детка, ты можешь сейчас у Алату атаковать с воздуха? Он уже проатаковал самолетик. Что, что сейчас было? Да вы достали. Кто у меня губернаторов нейтрализует постоянно? Это андетка, это вот стопудово андетка. Это голландец. Мне постоянно кто-то губернаторов. Почему у меня? Идите у немца это делайте. Этот счет. О, 1335. Блин, я вообще не знаю, как это. Это ж ни одного твоего года. Блин, ну типа танк вообще как бы не дал возможности загрузиться, чтобы попробовать остаться. Кинул еще сделку, и скажи, пожалуйста, у тебя будет еще такая штука? Мне он тоже нужен. Как... Ну ладно, тогда отменишь, и отправишь только ресурсы, пожалуйста. Спасибо. Ай. Алексей, тогда тебе кино предложение.
может, у тебя есть желание мне помочь с этим вопросом. Если тебе нужно, тогда оставляй себе. В принципе, даже не так. Грибы захватили тут? А все на меня гонят? Что за фигня? Кого захватили? Грецию давно захватили. Ну так Греция отстающий. Так он сам напал, что-то взял, самоубился. Он сам при этом напал. А ты сейчас просто вырываешься в лидеры этой игры. Это не, он не просто вырывается в лидеры, он на 500 очков всех опережает вообще, в принципе, ну, сейчас. Вот, да. Но при этом и по науке. Чтобы выиграть по счету, надо 70 ходов. Тут 50 раз стоит или 70. Детская, посмотрите сделку. Кому-то надо, русскому ближайшему нужно догнать 500 очков тебя. Ты еще понимаешь, что эти объемы? Слушай, я не могу давать тебе уран, который ты будешь использовать против меня. Ну, скорее всего. Понятно. Если бы ты подумал, конечно, что я хочу сделать. Ну, очевидно, что он хочет в кого-то нас кидать. Но если ты мне будешь не будешь меня атаковать, то я согласен этим ураном. Если бы ты еще не говорил об этом, ох, было бы круто. Так было бы хорошо. Так, слушай, что, нападать на тебя теперь, что ли, шотландец? Давайте проголосуем уже. Чего это? Я думаю, что мы с арабом еще думаем улететь. Нет, араб, ты так не думаешь? А я кину ядерки, да пойду. Хочу посмотреть, как будет гореть Ахен. Это ты дал... А вот это правильная риторика. Дал имя попе Андетки? Наконец-то я изгнал эту проклятый ислам из своих городов. РСЗО прям. А, и теперь вы верите в золотую коробку? Давайте шпионов и новый курс поставим. Еще одного могу сделать. Бедный пацан сидит такой. Все, оно тогда же тебе не нужно. Я просто хочу быстро баллоню снести, но мне не хватает нефти. И это не сильно помогает. Что-то мне подсказывает, что ты не только Болонию хочешь снести. Да нет. Где тут Зенита? Зениточка. Так. У нас, получается, театральных вообще не было. Да, не было. Народ так столько культуры просто без этих набил. Ну вот, кстати... Это одна из причин, когда можно туризмом победить, когда нету культурных ГГшек, чтоб... Культур... Я просто не видел Киото у Японии, это просто шикарный город, который станет моим, но... Но не сразу. Но не сразу, да. Там просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь чудес света. Раз, 7 и 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо, так, Дагао 8, добивает. Причем как он еще не потонул, я не понимаю.
Не, вообще-то в Киото 8 чудес. Стоунхендж тоже его. А, тоже? Тогда да. Ну, 7-8, хоть не 9. Японец решил открыть. О, хочу. Трой. Ну, у Алата держится так, такая стойкий. Ее никто не атакует. А чё ты ее не атакуешь? Я гау, брат. Ну, гау ты так-то брал, слабенький. Так, и Манаус. Рейну в Манаус, потому что тут соседство. А Амани... Давайте в Форталезу. Разве эти зенитные стаки? Ты серьезно? Что, прям убила тебя Сэмэль? Ты серьезно, Билли? Я думал, у тебя... Голландец, ты с ума сошел, что ты разведчиков убиваешь? Объявил мне войну, я не только разведчиков. Коней! Бедных коней! Лошади. Они же просто кони, что они тебе сделают? Да ты убегаешь, блин, стоять бояться. Да, голландец сразу видно первый раз. Ну ладно, первый раз, пока ты не прилетелся. Ну да, действительно, мне же так близко лететь к тебе. А тут где-то был. Ты авианосцами приплыл, что? Да нет, танками. Да, интересный вариант. Довольно-таки неплохо. Надо гау подсветить. Я просто смотрю Киото. А у меня тут веры очень-очень много. Что покупается. И все мои планы нарушены. Современный танк там 340 стоит. Можно 4 армии сразу. Может, космопорты? 30 ходов. Ну, это долго. Жучара. Бразилец, поможешь? А с чем? У меня, походу, швед хочет идти. Швед? Это очень прикольно. Тем более, его нет на карте. Голландия. Голландия? А, Шотландия. Ну как я помогу, если я в союзе с шотландцем недавно совершенно? Ну я могу помочь себе чем-нибудь. Да. Слушайте, ну, у меня нету, у меня, ладно, забрали город, окей, он не самый важный, у меня нету ресурсов, какой мне смысл никого не забирать? Можете, конечно, меня убивать, не, окей, я согласен, Влад, я полностью согласен, мне как бы, мне кажется, типа, мне нужно... ну, мибиец вполне может отбиться, вы как тут, вы одинаково по науке идете. Не может. А? Не может. Почему не может? Потому что ему что-то не дает уран, а у меня есть уран. Я могу уран дать тебе, но мибиец хочешь?
Теперь может. Проси убить, мы все рады. Ну вы же понимаете, что вам нужно, чтобы кто-то воевал с немцем, если придется, правильно? Как я могу ему что-то делать сейчас? Никак. Можете, конечно, помогать, я не против, но... Предложение нумидийц. Ну, тут надо поставить дамбу, иначе будет заливать. Какая река? То есть ты лучниками обороняешься от субмарины. Блин, дамбы? Разные... Разные реки, ну да. Ё-моё. Лучший стратег 2012. Значит, тут надо ставить. А я был так близок, чтобы отбить. Два хода до... До ядерок. Немец, давай захват. Еще раз. Захватывай, говорю, соседа своего. Че, зря аэродром строил. Ты прям его просишь? Прямо да. Грустно. Ну так выйди, спасибо за игру. А, или ты не выходишь? Ну просто Киото упало, как бы, я думал, ты выйдешь. Я посмотрю. Так, капер нужен. Как моя империя упадет. Красивый ход. У меня еще есть два лучника, поэтому... И надо, ну, поставить... На ну все, в ГГ тогда. Ну и три капера достаточно здесь. Чтобы ядерки бросать. Два лучника, это серьезно. В немца. Так, мне надо, чтобы кто-нибудь подсветил немца, чтобы у него ядер. Слушай, русский, а ты можешь, например, это какое? Я в него ядерку запущу, а ты в него город отожмешь. У кого? У немца. Ну, блин, нет, не могу. Ты печальный тогда. Не, ну что, ты Гамбург не отожмешь, ну и серьезно, русский. Чем? Мне плохо. Купи одну лодочку, купи. Дай денег. Лодочка, плыви! Если вы мне бабла дадите, да, без проблем. А кто там проголосовал за... Вот кто вот это провел эту хрень на 100? Я сейчас посмотрю, я найду этих людей. Так, на 100 чего? Русские! А, это русские провел, прикиньте. Профессионализм. Пусть детка выигрывает, он заслужил. Вот это слушайте, правильно. Тут какой-то в этом конгрессе очень дебильная штука. Вот смотрите, больше всех голосов на самом деле Мали отдал за то, чтобы было дешевле за золото покупать. 6 голосов. За то, чтобы за золото было дороже покупать. За то, чтобы за золото было дороже покупать. Русский отдал 5 голосов. Но прошел его вариант, потому что типа варианта А больше. Вы понимаете идею? Если честно, нет. Смотрите, есть два варианта, А и Б. Вариант А это когда увеличивает стоимость производства за какой-то ресурс. Да. Вариант Б, который снижает.
Так вот, игра сначала проверяет, какой вариант проходит, неважно, например, один проголосовал за производство, другой за золото, третий за религию. Варианта А больше. А потом внутри этого варианта еще проверяет, какого варианта больше. Потому что здесь голосовали, например, шотландец, Нубия, немец, араб и голландец за то, чтобы увеличить за производство. Но прошло за золото, потому что его больше 5 голосов отдал русский. Я так понял, работает здесь. Неплохо. Вот неплохо. Спасибо, русский, за то, что дал мне купить войска. Зачем ты голосовал за это? Почему вот за это? Потому что я могу покупать за веру. Слушай, у тебя, вот сейчас посмотри, сколько у тебя, 187 веры. Ход. У меня было примерно 100, скажи, это такая себе компенсация. Так, у меня, походу, рассинхрон. Да, у тебя рассинхрон. Жизнь, боль. Ладно, один ход я отложу. Один ход до ядерок. Не буду тут ничего строить. А, и тут я ставлю... что я тут ставлю? Блин, я тут что-то поменять хотел. Не помню. А, морские юниты. Морские юниты. Есть. Каперы 2, 4. Так, выйдем в РСЗО. Потом робототехника. Потом дальняя связь. Так, мне надо купить военного инженера. Потому что надо ракетные эти шахты сделать. Секунднечно. Соло в роботов вышел? Да. Здорово. Ну надо же как-то этого тормозить человека. Опа, ну мибийц-то космопорт построил. Для меня как раз. О! Предательство против немца вылезло. Да, да, он предал, принимайте, он меня принял. А кто еще участвует? Ну, я. Я участвую. Ну-ка. Блин, японец, ты хотя бы университеты построил, что ли, для приличия. Зачем ему для тебя домики строить? Так, а чем мне захватывать этот город-то? Куда летит ракета? Куда ракета полетела, да? Кого-то полетела ракета. Меня! Куда полетела ракета?
где? Кто? Блять, ракета. Ребята. Витя, Витя, выключай. А на воздушных юнитах радиация действует, это знает? Да вроде да. Я не знаю, как, но как ты выполнил цель Кабула. Неужели у него была цель скинуть ядерку на кого? Может, ему просто не нравился. А монитора. Мали, ты мотопехоту можешь убить у кого у Алаты? Пехоту, мотопехоту у Алаты можешь убить? Нечем убить. Ну, вообще могу. Следует кожам стать. Сейчас, в смысле, будет еще одно осуждение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что там за война? Минасы, да, убивают? Нет? Что, где? Гао, это ж твой город? Это город Мали. А вы уже воюете, да? Ну да. С немцем. Ну, я с немцем воюю, я не с Мали воюю. Слушай, а я могу на твою территорию бомбардировщиком прийти? Не думаю. Я думаю, только истребителем. Мне там еще. А вы, наверное, перерядились. Замерились? Есть такая мысль. Слушай, а что это за прикол? Зачем ты города передал голландцу? Вы передали друг другу города или что? Не, ну просто я воюю с Японией. Грузим сейф. Ребята, вы что, не в курсе, что так вот города нельзя передавать? На этом пока все. Спонсоры канала уже сейчас могут посмотреть продолжение, а все остальные увидят его завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!